В очередной раз Ялта распахнула свое сердце навстречу музыке и талантам. Крымский федеральный университет уже традиционно участвует в организации международного фестиваля классической музыки. «Крымская весна» продолжает заложенные традиции национальной исполнительской школы. Особая миссия конкурса – популяризация искусства, выявление и поддержка музыкально одаренной и талантливой молодежи, рассказывает доцент Гуманитарно-педагогической академии КФУ Елена Веселова. Верю в то, что мы откроем новые имена, что участники насладятся нашей Ялтой солнечной. Мы гостеприимные хозяева, мы постараемся создать атмосферу добра, уюта. И сегодня я хочу сказать, что к нам приехали ребята из Донецка, из Херсона, что для нас очень немаловажно. Около 200 участников в течение недели поборются за звание лучших в 9 номинациях. Лауреатами и дипломантами конкурса смогут стать учащиеся всех звеньев системы музыкального образования. Среди членов жюри – представители от каждого училища и вуза участника фестиваля. Профессионализм и творческий подход – одни из критериев при оценивании исполнительских номеров. Вложить душу в свое исполнение – не просто технически хорошо исполнить, это и само собой подразумевается, но еще когда трогает душу слушателей, а в данном случае членов жюри, то это серьезная заявка на победу. Фестиваль постоянно расширяет свою географию, а программа конкурса становится все разнообразнее и богаче. 2 года почетным гостем и председателем жюри в номинации фортепиано был австралийский композитор Джулиан Кохран. Я поздравляю вас с 20-м юбилейным конкурсом. Я люблю всех людей в Крыму. Это прекрасное место. Практически в каждой номинации конкурса принимают участие обучающиеся Гуманитарно-педагогической академии КФУ. А из крымской столицы уже во второй раз приехала студентка Симферопольского музыкального училища Виктория Кузьмина. В прошлом году она заняла 3-е призовое место и сейчас настроена на победу. Само ощущение того, что ты сейчас участвуешь, и ты сейчас показываешь себя, насколько ты хороший, насколько ты сильный игрок, насколько ты хороший музыкант. В этот раз я настроена решительно занять призовое место. И пускай слишком много конкурентов, но я пройду вперед. Так, для участников «Крымской весны» стартовали конкурсные прослушивания. Итоги подведут 15 апреля. Фестиваль «Крымская весна» уже в 20 раз объединяет творцов с разных уголков не только России, но и других стран. Для студентов это возможность заявить о себе и получить признание профессионалов. Здесь открывают новые таланты, а музыка оживает. Елизавета Черкашина, Илья Прядко, пресс-служба Крымского федерального университета.